менее активна в орбите и спортивная жизнь. По мнению любителей спорта и активного отдыха, межсезонье, которое установилось на Среднем Урале в эти дни, самое лучшее время для занятий многими зимними видами спорта. Ведь снег еще не растаял, а воздух уже прогрелся до комфортной температуры. Это значит, самое время встать на лыжи и проводить зимний лыжный сезон. Например, соревнованиями по лыжным гонкам. 31 числа, в субботу, начало будет в 11 часов, будет спортивный лыжный спринт. Это такое как бы очень динамичное спортивное лыжное соревнование. Принять участие в стартах сможет любой желающий, вне зависимости от подготовки и стартового опыта. Организаторы приглашают на соревнования как профессиональных спортсменов, так и любителей из всех соседних территорий. Надеемся, что большее количество спортсменов, так как спортсмены приглашаются с Восточного округа, и приглашаем всех ербитян, конечно, на это мероприятие. Пока же в преддверии стартов ведется работа по подготовке трассы. С учетом выпавшего в последнее время снега, сейчас лыжня стала даже лучше, чем была зимой. Так что организаторы приглашают на лыжную базу всех любителей этого вида спорта, гарантируя, что и после проведения соревнований сразу лыжный сезон закрыт не будет. Лыжная база прокат работает, и мы намерены работать, как говорят, в бизнесе, в туристическом или в ресторанном до последнего клиента, так и мы до последней снежинки, до последнего клиента, когда люди будут приходить. Я приглашаю еще раз всех ербитчан прийти на лыжебазу. Пока лежит снег, пока позволяет погода, вот нам нужно использовать свой потенциал для восстановления здоровья, для большого позитивного настроения от лыж, от снега, от зимы. Юлия Берсенева, Николай Коростелев, Евгений Присяжнюк, Александр Свяжин, НТС Орбит.